Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Приветствую. Мы продолжаем проходить GTA San Andreas Definitive Edition. И кто смотрел прошлую серию, знает, что она была довольно-таки, ну, разнообразной по миссиям, да, и довольно-таки интересной. Мы узнали с вами очень важную информацию, очень классную информацию. Ну, кто помнит, да, тот узнал эту локацию и знает, какую информацию мы узнали, а кто не помнит, да, или кто не знает, да, ну, не знаю, есть ли такие люди, кто не знает сюжет с San Andreas, но если есть, посмотри прошлой серии, ссылка обязательно находится на плейлист с полным прочтением данной игры, да, и подсказочкой там тоже есть плейлист и прошлая серия. Посмотри обязательно, узнаешь много чего нового, да, ну, в принципе, углубишься в сюжет, тогда, если там его подзабыл, просто вспомнишь, знаешь, покайфовать, поностальгировать, почему бы нет. Вот, а мы, собственно, с вами продолжаем проходить данную игру, поэтому, Саш, поудобнее, надевайте пледик обязательно, при этом пьете кушать, при этом чипите кофе или пить авто, при этом просмотра, а мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Второй раз ты сказал, ну ладно, начинаем. Итак, ребят, мы с вами остановились вот здесь, собственно, да. Кто помнит прошлое, я не буду говорить, что было в прошлой серии, да. Я думаю, лучше посмотреть, поэтому вот. Нас с вами фотик дали, и, собственно, какая у нас с вами миссия? Ехать сейчас на Челиад. Вот, сейчас заходим сюда и едем с вами, скорее всего, на Челиад, бесплодные земли. Да, чтобы узнать, вот, убейте свидетеля, принесите доказательства. Видите, нам нужно... Да, что, блядь? Нам нужно с вами съездить на Челиад. Охуенно. Бабки у нас хоть остались. Хотя бы остались бабки. Не, брат, ну это такое, конечно. Давай мы с тобой сразу, блядь. Хватит нам этого, в принципе. Так, мы с тобой покупаем броник 100%. Стоп, спокойно, стоп, броник. Блять, не то нажал. Окей, не могу еще купить броник. Ну ладно, блять, что ты бездишь там, мужик, ебаный в рот, блять. Все понимаю, блять. Так, давай с тобой с глушителем купим, почему бы нет, да? The choice of the professional. У нас 800 остается, да, грубо говоря. Теперь мы с тобой берем, знаешь что? За 300 так 9. Шутки про тракторист уже не актуальны, так что не нужно. Надо писать комментарий, да. Ну тракторист 300. Не смешно нихуя вообще-то, если что. Так, не хватает, хорошо. А, ну все, мы, в принципе... Так, у нас хотя бы с вами хоть что-то есть теперь. Теперь поехали. Так, микрофон что-то, блядь. Что-то ты, брат, все нормально? Так, поехали. Нам с тобой нужно началять, собственно, да, заехать, я понимаю. Поехали началять и... Дозадиться, да, принести темп по ним. Так, у нас с вами миссия, грубо говоря. Бля, я помню, когда проходил миссию, ребят, я помню, сколько раз я с этой горы катался, когда ехал, да, вот здесь, вот я когда ездил, сколько раз отсюда падал, вот с этой горы, в принципе, оттуда сверху, просто пиздец, когда забирался, блядь, я просто так бомбил, нахуй. Вот, но ничего страшного, сейчас мы с вами заедем туда быстренько, и все будет с кайфом. Чуть срезали слона, видите? Путь, поэтому, почему бы нет. Вот отсюда я, помню, падал как-то, блядь, несколько раз. Или вот отсюда даже. Пиздец, на машине как-то ездил, прикиньте, на мостике, на машине, пиздец. Значит, тяжело ему, очень тяжело. Значит, ему очень тяжело, надо на питбайке ехать этом. А, ну вот, ладно. Он внутри, выкурите его. Берегитесь федералов. Помните все, фото должен, он должен быть целиком, не по частям.
Бля. Ну охуенно, что, бля, могу сказать. Ну, вроде, да, игра вроде обновленная, но, бля, баги те же нахуй. Зато, смотри, не сняло ничего, да? Ни ХПшку, ничего, собственно, не сняло. Ну, это уже хорошо, блядь, чё. Уже хорошо, блядь. Блядь, просто баг, нахуй. Добрый вечер, блядь. Поехали. Так, федералов можем, да, вроде как? Или нет? Вроде нет, не можем. Вроде не можем, да, вроде не можем с ним, мы их с вами того самого сделать. Вроде не можем. Должны по стелсу так с вами обойти. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ой, блядь. Мужики, 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 аккуратненько. Ладно, похуй, чё. О, блядь! Отстань нахуй. Все, я с тобой не дружу, мужик. Ебись от меня, блядь. Ну так вот, блядь. Оп-оп-оп. Покедо, ёпта. Соси тебе буду, блядь. Ну и все, нахуй. Так вот решается миссия быстренько, блядь. А, я помню, почему я падал отсюда, блядь, с этой горы. Знаете, почему? Потому что я пытался, типа, вот так вот, ну... Короче, пытался сократить путь, вот так просто брал, вот так вот. Сюда на край выезжал и туда аж прятал, прям прикиньте. Я это помню, помню. Ну ладно. Ну ладно, чё. Бывает. Опа, нахуй. Кто так может? Такой я, блядь. Ну, все, блядь, вот так вот, блядь. На скилле, ёпта, на скилле, понимаете? Да, вот, ну, я помню, блин, я помню, что тут не сколько, тут, наверное, миссий 10 вот на этой локации, дальше мы едем на другую сразу же, и после этого едем обратно в Grove Street, и все, и там финал, вроде как. Поэтому нам с вами вроде чуть-чуть осталось пройти миссии-то. Так, чё, где у нас миссия, ёбаная рубля? Не нужны миссии, алё. А чё, миссии нету, хочешь сказать? Блин, здесь это тоже оружки должны быть спрятаны. Я не помню, где, ребят, честное слово. Я не помню, где оружки здесь спрятаны. О, звонок. Цезарь, это я. Кого ты поёт, гибридон? Твоя стрёмка сама не своя, говорят, случилась какая-то хрень. Да, но сам здесь сейчас опасно. Я тут хрен знает где, не знаю. Какой-то Уэдстоун, где бы это? А я не очень хожу в Уэдстоун. По-моему, у меня там есть родственники. Но ты хоть не в тюряге, чувак. С братом твоя полная жопа, все. Будь осторожен, приятно за Кэндл. За меня не волнуйся, чувак. Волноваться надо будет за того, кто посмеет наехать что там. Я тут вызвал для тебя подмогу. Моя родня вообще нереальная фигура, поверь мне, братишка. Я сказал, что ты приедешь в закусочную в Дилиморе. Это вокруг что там. Ты поймешь? Блять, нихуя не понял, пизду, блять, короче. Едем по заданию. Не успеваю за этими, блядь, титрами, ебаными, блядь. Титрами, блядь, субтитрами, нахуй. Куда ехать-то, блядь? А, вот сюда, типа, закусочная, вот сюда. Иди ты нахуй, ёпта мать, блядь. Вот сюда, типа, нам. Ну, я правильно же понимаю? Ну да, только сюда. А, что тут звонит? Кого это я? Знаешь, как дела, чувак? Да как ты думаешь, как дела? Я знаю, ты в порядке? Хрен из дела. Ты надо что делать, чувак? Я делал, что могу, сначала мне нужно видеть, чтобы Кэндл в безопасности. Ладненько, чувак, мне пора. Не бежи, брател, я тебя не оставлю. Вот так вот, блядь, ребят, я вот так тут. А, вон, все, вижу вопросик, все, вижу вопросик, вижу вопросик. Где он здесь вообще, блядь? Ёбаный в рот, где он, блядь? А куда нам ехать? Обратно в Лос-Анджелес мы не сможем приехать. Вопросик. А где он, блядь? Чего, бля? Загадка, блядь. А где? Вопросик этот ебаный, блядь. Ладно, будем ехать так, хули. Ох ты, ебаный в рот. Поехали, хули. Хули ты встал-то, ебаный, в своей хуйне.
Будем ехать интуитивно, ребят, как говорится, да. Не по GPS-у, ебаный. О, блядь. Блядь, ну ты мразь, ебаная. Будем ехать с вами интуитивно, собственно. Но гоу нам с вами не дано. Блядь, это вообще вон там в пизде находится, ебаный рот. А у нас реально нет на карте того бросика этого? А вот, все, вижу. Ох ты, блядь, все, появился. Ну, давайте, как приеду тогда, получается, включусь. Чтобы, ну, так сказать, хронометраж, да, чтобы видео так долго тоже не шло, чтобы чисто не было, значит, чтобы половина видоса не было про то, что как я еду, да. Просто, чтобы хронометраж так не задерживал, да, грубо говоря, сюжет. Был только сюжет здесь, да, и поменьше таких просто пустых поездок, да, которые здесь есть. Буду делать так, поэтому, ребят, как приеду, я включусь. Так, мы с вами подъезжаем уже, да, в другую локацию вроде нет, но из той локации мы уже отъехали далеко довольно-таки, да, и ехали по этому пути в другую локацию, грубо говоря, да, в другой город, грубо говоря, вот здесь вот. Если бы здесь не свернул, поехал дальше, вот так, да, примерно, вот так поехал дальше, мы были бы с вами, собственно, вот в этой локации, да. У нас еще две локации, грубо говоря, есть, но это вообще считается вроде за одну, как я помню, да, но две локации еще есть. А, нет, вот, это одна локация, да, все понял. Это вот одна локация есть, вот, это одна локация, это вторая. Вот, если бы я вот тут свернул бы, да, и поехал вот так бы, то мы бы приехали вот сюда с вами, грубо говоря. Ну так. Не знаю, что ты сказал, к чему ты сказал, не знаю, но пусть будет, ладно. Все, почти подъехали, ё-моё, опа, смотри, давай. Блядь, ну понятно, нахуй. Сразу видно, машина, блядь, хуета ебаная. Благо, хоть она есть, блядь. Хоть она есть, благо. Блядь, ну чисто так, блядь, встанем, хули нет. Погнали. Так, что за миссия? Первое свидание. О, а где моя американская? Я что такое сказал, ладно. Что, мать твою, тебе нужно? Ничего, я ищу родственника своего друга. Мексиканца, но его здесь нет. Ты? А ты сказал, что это будет настоящий мужик? Ты чё, блядь, хуёл, что ли? Ли, я человек богобоязный и мирный. Как угодно, блядь, я тебе сматываюсь. Чёрт, возьми, да расслабься ты, детка. Где твоя машина? А твоя? Блядь, не водит машину. На это есть мужчина. О, господи. Спасибо, ты удружил, так удружил. На, спасибо, Цезарь, блядь. Салат, да? Мы же про салат говорим, да? Меня зовут Каталина, мы живем из этого лога, все до последнего. Ага. Окей, план хорош, насколько я могу судить. А ты как думал? Конечно, хорош. Я тут нарыл 4 подходящих цели. Винный магазин в Блубери, банк Палми, ну, автозаправка Дилвери, а еще тотализатор Мантука. Ну так быстро, с чего начнем? Ты за рулем, Дилвери, ты выбирай. Ну, да, первое, что поблизости. А ну давай сюда, денежки, или я тебе яйца отстрелю, нахрен! Вот это пуленепробиваемое стекло. Так что можешь валить отсюда, сука, пока я не вызвал шерифа. Что делаешь, сынок, отдай ей деньги. Как хочешь, Маллиган? Поменяется, когда мы захватим цистерну. Эй, что ты делаешь? Охуенно, блядь. Просто на ходу, блядь, менять план. Пизда-то, блядь, шо. Сразу видно, план у него был надежный, в любом случае, всегда. Ой, это те, блядь, это одна из тех миссий, где, блядь, да, я ее очень много раз проходил. Ща, погодь. Я не собираюсь принять еще одну дерьмо работу из-за какой-то психованной суги. Давай, Дерек, снимем этих ублюдков. Что, это обязательно? О, блядь. Мы там, конечно, поехали, ну ладно, сейчас срежем. Эй, ты нахуй, мужик, отсосал, все, отсосал. Блять! Опа, опа, нормально, 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 все контролируется, блять. Нормально, все нормально. Все контролируется, собственно. Да, нам нужно куда-то довести это, блядь. Так, мужик, видишь? Ой, блядь, тихо, блядь! Он может отскочить, как я помню, да, он может, ну, просто отойти может, да. Ну, так, знаете, по своим делам, чисто так сказать. Ну, я погнал, короче, все.
Ну, типа, за нами едет, блядь. Ну, ты нас не догонишь, да, блядь, я надеюсь. Ну, так, видите, просто едет наблюдать, куда мы везем, и все. Я такой, ну, давайте я вас провожу просто, и все, блядь. Я такой, ну, блядь, хули нет, блядь. Ну, все, мужик, ты отсосал, блядь, хуй, понимаешь? Просто проехал, видишь? Ебать, это было жестко. Здрасте, мистер. Каталина, у тебя что сегодня для меня? Тягаешь ты сцены до краев, заполненные самым лучшим бензином. Не видел этого, не видел тебя, не давал тебе эти деньги. Приятно было не иметь дело с тобой. То же самое, теперь смотрят, чтобы как копы не нагрянули. А ты заходи и захочешь поводить грузы. У меня всегда найдется заказ. Ну вот, видите, доп заработок, грубо говоря, отказ. Прощай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Челики вообще, а вот это те самые челики, которые ехали, блять. Что вы здесь делаете? Такой, возьмем Вольваш с тобой. Это Вольва вроде, да? Да, это вроде очень сильно похоже на кузов Вольвы. Так, ну сюда подождем, когда у нас миссия появится. А вот она. Да, Карл, кто это? Ты знаешь, что правда? Нет, не знаю. Превосходно, ты кретин, как они и говорили. Кто? Ладно, парень, можешь не притворяться. Ты коп? Нет, у нас есть общий друг и партнер по бизнесу. Да, и кто? Да, ты недавно случайно не мочил копов. Вот, блин, ты, пони, я должен был догадаться насчет этого ублюдка. Я снял номер в отеле Вейджин Пайл. Постараюсь не привести никого на хвосте. Хорошо. Постараюсь, мужик. Не обещаю, но постараюсь. Так, давай мы с тобой отметим. Куда нам ехать, ёбаный в рот? Куда, бля? А, вот сюда, обратно, бля. Поехали, чё. Давайте, когда еду, ребят, включусь. Блять. Угу. Нах ты за мной гонишь-то, блять? Алло, блять. Блять, нахуй ты за мной едет, блять, просто покинь. Ну, смотри, смотри. Просто преследует, блядь. Алло, нахуй. Встань, блядь. Мать, встань от меня. А, все. Не за мной. Ну ладно, блядь. Я что-то пугался. Ну, чел просто вышел посреди дороги. Ну и он нахуй, блядь. Пойду пешком. Пизду, блядь. Ладно, блядь, когда еду, давайте включусь. Просто такое, знаете, внезапно, блядь. Включение было. Потому что, блядь. На, ёпта, блядь. Что, доездилась, блядь? Девушка вроде хуй знает. Ладно, давайте, когда еду, включусь. Уже осталось чуть-чуть, он. Мы почти подъехали, за мной едет опять, вон, смотри, машина едет за мной, ёпаный в рот. Ну, давай, давай, ты отсёшь, смотри, спорим, ты отсёшь. Спасибо, что тягаешь меня, спасибо. Смотри, оп. Можешь от меня отстать, нахуй, дура ебаная, блядь. Блядь, ты можешь от меня отъебаться? Совсем ебанутая или что, блядь?
Вот все. Приехали на своем здании. Сбор трупов называется здание. Эй! Есть кто-нибудь тут есть? Сюда. А что он тут делает, блядь? Только посмотри, что это тут у нас? Эй, Карл, как ты, мальчик? Эй, что за дела? Готовишься к внедрению в банду? Ах, нет, ты, блядь, не на службе. Да-да, только замолкни, придурок. Мистер Правда будет поставлять тебе лучшую. Осуждаю, блядь, осуждаю. А ты будешь взлять ее, куда скажем. Эй, чувак, ты совсем поехал? У тебя галлюцинации уже пошли? А? Йоу! Правда, так как и сюда, чувак. Бля. Приветствую, друг. Здоров. Это Карл, он будет платить тебе. Ты это о чем? Да, у меня тут просто ограничитель достал один святоша. И я хочу, чтобы ты взял эту порочную зеленую траву и подпил ему. Осуждаю, блядь. Смешно, бля, пиздец. Это разрушит карьеру этого козла. Да ну нахрен. Чуваки, хотите грибы, таблеты, как насчет? Ой, осуждаю, блядь. Осуждаю, вою, блядь. Не для меня же, мне пора сваливать. Бля, вы все получите по заслугам со временем. Сейчас скоро придет время, получите по заслугам. Йо, Карл, заплати ему. Ну вот, чувак, никогда не думал, что такого вижу. Федерал смог кукой больше меня. На кого ты работаешь, парень? ФБР? УБН? Осуждаю. Нет, скорее, частный детектив. Друг, ты излучаешь позитивную энергию. Как насчет вьетнамского окна? Осуждаем, долбоёб ты, блядь! Отъебите! Нет, я эту хрень не управляю. Блядь, правильно, нахуй, не надо так кухонью заниматься. Не могу я тебе доверять. Что я теперь на тебя работаю? Я за мир и покой. Но тяжело бы по ту сторону хребта нарушать мой покой. Дюнты, выживальщики, ультраправые. Осуждаем, блядь. У них есть комбайн, а мне как раз он нужен. Достань его, а потом расплатишься. Намасте, Карл. Это что еще значит? Бывает еще дело. Ну, бля, все в свое время получат по заслугам, знаешь ли, блядь. Все в свое время получат по заслугам. Это я тебе точно говорю. Блядь, на ферму, где находится комбайн. Извини, мужик. Сорямба. Ну, тут не так далеко тут ехать. Блин, ну, честно скажу, ребят. Вроде как я помню, по крайней мере, что это такое сейчас было. Машур, вот, типа, это вождение, типа, прибавилось, скилл вождения прибавилось, ну ладно. Как я помню, тут пару, сколько... Фу, блядь, затрейл опять. Тут, наверное, знаете, миссии 7, вроде как я помню, да? И потом мы едем либо вот на вот эту локацию дальше, да? То есть, либо мы едем дальше вот на вот эту локацию, как я помню, да, вот на эту локацию мы перемещаемся. Там тоже 7 миссий, грубо говоря. И отсюда мы здесь как раз-таки с Райдером расправляемся, да? Да-да-да, мы здесь вроде будем расправляться с Райдером где-то. А с Big Smoke мы потом возвращаемся вроде сюда, к Красавчику. И тут будет финальная миссия с Big Smoke. Вроде как так, как я помню. Поэтому половину с вами уже в любом случае прошли, да? Миссию мы с вами, ну, половину игры мы с вами в любом случае прошли, вроде как я помню. Могу ошибаться. Да я вам вон в прошлой серии говорил, вот сейчас, вот это, наверное, последняя миссия, блядь, и все, блядь, и на эту локацию переместимся. Люди, мы там миссии 2-3 еще прошли, блядь, или а то и 4 нахуй все, блядь. И только потом уже переместились на эту локацию. Ой, блядь. На нахуй. Так, мужик. Бля, мужик! Я все понимаю, блядь. Бля, дайте машину, пожалуйста. По полям, по полям. На-на-на-на-на-на. Ну давай, да, вот эту возьмем. Пусть с ним, блядь. Из них, мужик. Опа, блядь, стоять нахуй. Вот этого я возьму. Ну, видите, вольваш, это вроде так кузов Вольва, как я помню.
Ну, он очень сильно, по крайней мере, сильно напоминает на... Напоминает God of War. Очень сильно напоминает God of War. Прям старый-старый, который. Вот, и, собственно, блядь, батю поворачивает. Что такое было? Он чуть назад, сначала чуть назад, потом, блядь, направо, ебать. Что это такое, блядь, вообще? Короче, как я помню, туда пару миссий осталось. Ну, пару миссий, блядь, хуйня сказал. Ну, миссии 7, наверное, здесь будет. Потом на следующий класс там тоже миссии 7. И как раз... расправа с Райдером будет, да, и после уже будет финал, как я помню, по крайней мере. Либо мы возвращаемся в грусти, там тоже миссии 2-3, и их раз финал. Поэтому так, я потом помню, с вами прошли уже игры этой. Блядь, тут ты можешь забраться там, нахуй! Пиздец, блядь. Ну, нахуй, блядь, ну ладно. Поэтому как-то так, ребят, как-то так. Поэтому недолго вам стал с вами проходить эту игру. Так, ну вот, мы уже подъехали. Давай, иди ты нахуй отсюда, блядь. А, ну да, я помню, что тут. Я помню, да, что здесь, помню. Сейчас будет веселуха, ребят, сейчас будет огромная веселуха. Покедова, ебать. Мы с вами повеселимся, ребятки. Ну просто такой, ну нахуй, ребята. Салам алейкум. Уходи, блять. Пиздата. Быстрей, 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 быстрей. Садись. А теперь поехали веселиться, блядь. По полям, синий трактор едет к нам. У него на-на-на, он песенку поет. А ну, малыш, давай. Там песню отгадай. Кто же едет вот на нем? Тун-т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 ун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. По полям, желтый трактор едет к нам. У него прицеп с собой, он песенку поет. А ну-то, малыш, давай, песню отгадай. Кто же песенку поет? Тун-т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 ун. Ну так, чисто, ребята, ну, вспомнилось, да? Как говорится, просто вспомнил, ну так. Флэшбэк, ну, знаете, просто и все, песенка, и все. Поэтому чуть напел. О, блядь, нахуй, блядь! Нормально, все под контролем, все под контролем. Не такая сложная миссия, вообще почти не сложная, грубо говоря. То есть можно было просто пешком это все сделать, да, их так, знаете, аккуратно все сделать. Ну, тогда можно было вот так, как я сейчас сделал. И все, быстрее, проще, как я сделал. Брат, ты вернул мне мир и покой, спасибо тебе, мой дорогой. Я позвоню, когда план подоспеет. Только бабки не забудь. Конечно, блядь. У, нихуя, это, кстати, хорошая машина. Алло, Карл, это Цезарь. Как дела? Полное дерьмо, брат. Ты чё, где Кендалл, с ней все в порядке? Она со мной, с ней пока все в порядке. Но с Вариос Лос Ацтекас все кончено. За мою голову не значит, а может быть и за голову Кендалл тоже. Что случилось? Наверное, моя женщина ни хрена тебе не значит, Лос-Антесе. Мои братаны и кореша все либо мертвы, либо в бегах. Проваливай из города. Отправляйся в Angel Pine и арендуй трейлер на свой канал. Я вас там встречу. Ладно, я только разгребусь кое-какую херню. И тогда... Нет, просто увози мою сестру из города. Не посы мне здесь маленький чувак. Я не могу ее потерять. Разумеется, братишка. Увидимся в Angel Pine. Вот так вот, прикинь, блядь. За голову Цезаря назначена, блядь, цена, блядь. Такое все, честно. Ну, такое, блядь. Но мы ближемся, все ближе, становимся к финалу. Так, мы едем же туда. Мы же едем туда. А вот. А ну, малыш, давай. Я акуленок туруру, акуленок туруру, акуленок туруру, ту-ту-ту. Акуленок туруру, акуленок туруру. Ладно, ребят, давайте, когда еду, я включусь, да? Потому что жалко, ну... Ой, ебать, нихуя, красиво было, ребят. Давайте, как я буду подъезжать уже, да?
к миссису, но хотя бы не так далеко ехать, я включусь. Так, ребят, мы с вами подъезжаем уже к миссии. Вот. Ну, что сейчас будет у нас с вами здесь за миссия? Интересно даже, интересно. Давай сохранимся на всякий случай, да? Ну, привычка просто, ребят. Let's go. Что за миссия у нас с вами здесь? Король в изгнании. А ну-ка. Привет, Карл. Как ты, сестренка? Это еще не конец, чувак. Я уехал из города ради своей женщины. Но сейчас я двигаю прямо домой. И надержать себе новым торговцем дурью. Эй, послушай, ты сейчас припрешься на район, так какой весь крутой, и тебя сразу замочат. А я не собираюсь тебя терять из-за дебильных разборок. Эй, расслабься, чувак. Мы разрулим это, когда придет время. Мы ведь уже знаем, кто во всем в этом говне виноват, чувак. Ты грабный дружба Амбароз из Гроув-стрит и польские свиньи, Темпани и Пуласки. Чувак, паровоз, наркоторговец. Осуждаем такое, осуждаем. Нет, только не паровоз. Он может быть связан с труп, но не занимается дурью. Ну же, Сержей, как ты думаешь, как он получает этот новый дом, а? Забей эти рассказни про Гроув навсегда и посмотри, что творится вокруг. Хоть суки, что дважды в неделю паровоз пролет транспорт Сан-Фиера, а на пути назад багажник полностью что там. Вот дерьмо. Надо мне последить за шоссе на Сан-Фиера. Может, я что-нибудь замечу. Просто не высовывайтесь, я вернусь. Ну вот так вот, блядь. Hello? Where you been, I called? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticky putas! No, no. If you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit. Ты чё, ребят, ты хули как ты разговариваешь? Чё ты, можешь чуть-чуть помедленнее, можешь чуть-чуть надо это, призвать, да, коней, блядь? Пиздец, блядь, разговариваешь, ебаный. Ты накладно разговаривай, нахуй. Давайте, ребят, давайте сразу как скажу, как я к миссии, да, подъеду уже, да, собственно, туда и включусь. Ой, блядь. Итак, мы с вами подъезжаем к миссии. Собственно, ой, блядь, эта машина прямо на дороге что-то вообще неуправляемая почти. Что прямо так швыряется все на этом дороге. Ну, это баги, ну. Хуй тут скажешь. Так, тут вроде должна быть гонка, да? Правильно понимаю? Да, здесь должна быть вроде гонка, как я помню. Давайте мы сохранимся сначала, чтобы... О, смотри, какая машина, ёбаный бро. Первая база. Это база. Hey, Catalina, baby. It's me, Carl Johnson. Hey, baby, I'm sorry. We got off on the wrong foot. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Прошу прости меня, детка, ну прости. Открой дверь, черт. Она здесь?
Ничего не вижу. Ну ж, детка, не злись. Прошу тебя, детка. Ну, пошел за него. Вообще похуй, блядь. Такой, ну ладно, блядь, в пизду тебе, блядь, чё. Детка, Карл Джонс не может жить без тебя. Вот же дерьмо. И где теперь эта тупая сука? На нахуй. Здесь, каброн. Ну и кто теперь, сука, а? О, детка, детка, прости меня, детка. Что ты сказал? Ты права. Прошу тебя, прости меня, детка. Черт возьми, не убивай меня, прошу тебя. Прошу прощения, да? А, как ты забираешь на работу прощения? Ну хватит, детка, хватит. Мы займемся очень жесткой игрой, ладно? Продолжай. Я возьму тебя с собой, ограбил, осуждаю. Я буду хорошо с тобой обращаться, детка. Просто слушай, прошу тебя. Кал, по-моему, я тебя люблю. О, черт возьми, это здорово, круто, просто фантастика. Да, точно. Ты хочешь кого-нибудь ограбить, детка? Осуждаем, осуждаем. Осуждаем, так осуждаем. О, ну все, блядь, добрый вечер. Так что у нас осталось? Ты что, тупой, уже забыл, что ли? Банк в Виновозе Блубери. Или это тогда Ну, блядь, хорошая машинка, хорошая. Несмотря ни на что. Да, что, слабо? Вот, Кал. Разряды, мой двор, куда они у тебя? Ну, нормально, баг, еще один. Нет. Открой дверь к сейфу, иначе мы твою башку тебе снесу. Руки от цивилизации беря, не то я иди, то те... Че, осуждаем, блядь. Я тебя предупреждала, дура тупая. Безмозглая сука. А вот сюда вроде накидать. Ну и... А теперь сюда. Окей, деньги у меня. Давай пора, мать твою, ленивец хренов. Ну все, путем, погнали. Из машины, мать твою. Ну, бля... Куда нам ехать-то? Куда нам ехать-то? А, что-то? Ну, благо у нее быстрая машина, да? Благо у нее быстрая машина. Три звезды, ёбаный в рот, бля. Добрый вечер, на. Да, мы сейчас едем это, блядь, красить тачку, типа. Ну, понял, окей, понял. Как в первых миссиях, да, когда мы проходили, только начали проходить, там то же самое было примерно. Ты все ж, мужик. А, прибыли в мастерской еще. Ну, полицейские вас не узнают, разблокировано. Ты реально двинутая? Все же вы боитесь сильных женщин. Если мы боимся свою страсть, вы говорите... Если мы расстраиваемся, вы обязаны со стричками. Мы спим с мужиками, значит, мы...
А если вам мы с вами не спим, то мы чё, блядь? Кого-то за жалким мужичком, этот бот, чё, блядь? Я не успеваю, блядь, в пизду, короче. Мне очень впечатлил Карл Джонсон. Вот и твоя доля, здоровяк. $2000, нихуя себе, добрый вечер, блять. Так. Погнали сразу next. Next погнали, да, сразу next. Чё там? Ушёл на свидание. Угу. Эй, Каталина, это Карл, выходи, детка. У нас ещё столько банок. О, сюда, блять. Ну же, давай. Сюда, мясо. А ну-ка, волоки свой громозади сюда, Карл Джонсон. Или я мотаю запихать в нее гранату. Осуждаем, блядь, осуждаем. Хорошо, я иду. Чё там? Сейчас будет, да-да-да-да. Подожди, детка, мне очень нужны деньги. Господи, это что это, чёрт возьми? Это что ли продаю, чёрт? Это дыба. Я сейчас найду тебе жопу для посинения. Ты никогда мне не пишешь, не звонишь. Ты меня за долбанную шиху держишь. Осуждаем, осуждаем. Заодно с твоей... Не надо, детка, прошу, это не моя тема. Я тебе гостя дадут от трах... Ой, блядь, что за жопа? Присев, нахуй, присев, чего? Пиздец, ладно. Different. I knew you would like it. Look, baby, I thought we was gonna make some serious paper. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheap fuck, a whore you don't even pay. No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you, and you act like I'm an idiot. I see the way you look. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. Ты уж меня изменять? Я убью тебя, если я тебя кастрю, потом заставлю тебя, что? Давай, мне нужны деньги, мать твою. А ты стал таким скучным. Пожалуйста, дорогая, сейчас по ушу в дерьме. Окей, может, сегодня мы сорвем большой куш. Нет, осуждаю, блядь, ребят, осуждаю, пиздец. Диалоги, конечно, тут прям вау. Диалоги прям вау, конечно. Как ты можешь быть быстрым, абсолютно безжалостным? Да, без глупости, что ты не будешь как с тотализатором. Что, все было отлично, если бы кое-кто не начал шмалять. Были за твоей медленности и тупости. Ты как толстый мальчишка, жрущий конфеты, пока его отец кормит. Что там, осуждай, блядь. Место алкогольный магазин. Тут все было как по маслу. Ты имеешь в виду, как в прошлый раз? Что за долбанные ковбои? Подожди, разберем, что к чему. Деньги у нас. Так что убираемся отсюда. Чтобы драки стащили наши деньги. Поехали. Вот это довольно-таки такая миссия, да. Я ее несколько раз проходил, помню, когда последний раз перепроходил классику. Я ее несколько раз проходил. Ну ты будешь стрелять или нет? Бля, что-то у меня прям... Стреляй, мать, ёбаный в рот, блядь. А подбери портфель. Да не пизди, давай, бля, ёбаный в рот. Can't
А вроде в оригинале нужно было вылазить с этого. Блять, ты можешь подоберешь? Надо было сладить, короче, с мотика, вроде как я помню. В оригинале. Хотя, может, я ошибаюсь, может, так же надо было выбирать. Точно не помню. А я что делаю, по-твоему, блять? Ты мотик не едет, еба на ворот, что тебе могу сделать? Ну, дождик идет, ебать. Вот уникальный трюк. Хорошо, спасибо. Бля, ебать, еще дорога скользкая. Ебана дорога. Ну, бля, что-то не стрелял по нему. Ебана дура, бля. Ладно, прошу прощения, прошу прощения. Мать, ну мы около него, мать, ты чё? Блять. О, сочится дрифт нахуй, ебать. Давай вернемся, давай. Просто влюблена. О, блядь. Мать, погнали. Погнали, погнали, погнали. Она за нами там плывет? Плывет, все плывет. Блядь. Я не знаю, что он неуправляемый, этот модик, ебаный, блядь. Видел, он сам, видели сами, он, ну, резко, резко, прям так. О, медуза, кстати, прикольно. Медуза. Давай, плыви, плыви, плыви. Сейчас, сейчас нормально все, сейчас с кайфом будет. То жир. Минус жир. Пошли, мать, давай. Беги там, бежишь. Уже устала, что ли, что, блядь? Чё так, чё с тобой, блядь? Лично прям вот так, как ты бежит он. Дур, ты куда, блядь, ебанутая? Бля, ебанушка совсем, блядь, смотри, она хочет съебаться, блядь? Ты шо, блядь? Только попробуй, блядь. Пошли, мать. Мать, пошли. Вот ты тварь ебаная. Ну уже, Карл. Он сам отдал. Поехали. Ну видели, он сам упал, такой, на, держи мотик. Я такой, ну спасибо, чё. Он сам отдал, грубо говоря. Чё я могу сделать, чё? Да уж, это было, кстати, опасненько сейчас. Чего, блять? Требуешь, что? Требуешь, что это такое сейчас было, блять? Нахуй нарулится он еще. Пиздато. Мотик туризм, кстати, самый интересный, реально туризм. Так, ну шо, let's go. Тебе предстоит еще много узнать о женке сердца, Карл. Приходи ко мне снова, казачок, что уже понял это. Пока. Понятно, блядь. $1000. Охуенно. А машины нету, что ли, блядь? А, диспансу нет, я понял. Так, let's go next сразу, да.
Сделано в раю. Миссия называется. О, бля, нет. Черт, чем я опять провинился? Все, мать ваши, все одинаковые. Я вижу по телевизору, я читаю об этом в книгах, все служат в музыке. Вы все одинаковые, трахайте все, что движет себя, теперь трахай. Что, блядь, прости, детка. Я отдала тебя со всей души, больше такого не будет. С этого момента между нами просто бизнес, окей? Не, ну если ты уходишь, но ведь ты разбиваешь мне сердце. Я тебя предупреждаю, у меня сейчас отвратительное настроение. Сегодня я готов убить любого, если мне слово поперек. Особенно ты. Особенно тебя. Шевелись. Бля, ебать, просто... А, блядь, все нахуй. Все, блядь. Понятно, блядь. Понятно, ну, кто знает, может, гормон у него, знаете, может, гормон, может, эти дни, может, я хуй знает. Не эти дни. Да садись уже, бля, я ебаная, бля, быстрее нахуй. Что, нам далеко ехать? Ну, хоть не так далеко. Тихо. Сарамба. Да. Ну это вроде последняя, да? Последняя миссия с ней вот тут. Потом будет гонка, как я помню, да, с ней. И все, потом мы перемещаемся на другую локацию. Давайте мы сегодня с ней попробуем все. Сейчас осталось, как я помню, да? Эта миссия, еще гонка будет, да? С ней связано, да, то есть там мы с ней там еще с кем-то гоняться будем. Вот, и все, потом идем на другую локацию. Если там еще две миссии осталось, да, грубо говоря, с ней, то давайте мы пройдем сегодня, вот эту серию пройдем с ней все миссии, почему нет? Грубо говоря. Больше писать за народом, не зевай. Небольшой городской банк. Слушай, мисс Каталина, так точно. Даже не думай, это вы уже давай кинуть. Да, ну, главное, сегодня Сантора, сейчас же, сука. Я послушаю сейф. Держи этих рыдов на мушке. Да, услышал, что я сказал, леди, никакого геройства. А что-нибудь там, они быстро начали. Criminals have any consideration, we can collect that bribe later. Might as well go and take a look. Не знаю, что вы там. Вы проиграли, выходите. Come out. Real peaceable lack. Match the ATM and get as much cash as possible. Это за мной? Где ты, блядь? Ну я еще похуй, видишь? Да вот это возьмем с тобой, почему нет? Блять, мать. Не останавливайся, мать, извини, мать. Прошу прощения, блять. Добрый вечер, блять. Может, так, такая миссия в результате-то, я не знаю. А чё ты сел-то, блять, долбаешь, что ли, совсем? Да не знаю, побежи за мной. Думаешь, могу, можешь узнать за настоящей женщиной? Конечно, блядь, сейчас обгоню еще, ебаный в рот. Ой, блядь, нихуя себе, чё их так много здесь? Ой, блядь, опять через эту хуйню прилетать? Бля, ну, ладно. Боишься, если ты, Карл? Быстро язык, типа, она сказала, боишься? Перестань отставать. Я за тобой еду, ебаный рот.
Ух ты, нихуя себе. Давай, садись, дура ебаная. Прости, пожалуйста, Я не обзываюсь, просто... Просто эмоции, извини, пожалуйста. Нахуй, блядь, ну нахуй, с ней шутить не нужно, блядь. Мы с нами тоже ебаный в рот, блядь. Надо все нахуй. Все, можно аккуратненько. О, блядь! Аккуратно, нахуй. Ну ты, блядь, можешь... Не пойму, ты заедешь туда или нет, блядь. Трэш. Вот, держи. Спасибо. Однажды поймешь, Карл Джонсон. Она же на самом деле меня любила, и твое сердце расколется пополам. Но ты больше похож на бесхребетную ящерицу, чем на что там. Прощай. Что-то, блядь, пошла нахуй, вот так прям. Идет, блядь, медленно. Ну, понятно, нахуй. Чё, Эр? Эр, чтобы начать полицейское задание. А, ну ладно. Это меня не сильно интересует сейчас. Чё, всё, что ли? Ну, всё так всё, ладно. Ну, давай, ладно, от неё чуть отъедем. Думаю, сейчас должны позвонить, по идее. Не мне, а Карл должна позвонить сейчас, по идее. Как я помню, сейчас должна быть гоночка, и все. Вот мы на ней приедем как раз, вот на этой машине. Уль нет, когда, да. Себе там нахуй, с дороги, блядь. 19 тысяч, сами. Да, погнали в амуницию, блядь. Погнали сюда, блядь. Амунацию, амуницию, блядь. Хуй знает, как называется правильно. Погнали, закупимся быстренько с тобой, да? Вот, и сразу же писал новый вид оружия. О-о-о, добрый вечер, блядь. Добрый вечер. Добрый вечер. Угу. Take it, hold it, love it. If the cops ask, нам этого хватит, в принципе. Чё тут еще у нас? Микро ПП. Ну, вот это я возьму, то, что оно более прикольное, наверное. Best not to mention where you got that, okay? Окей, окей, мужик. Я думаю, нам это с тобой хватит, в принципе. А какое, что попало? Что новое? Дробовик какой-нибудь? Нет. А, винтовки. Не надо мне, спасибо. Все, нам с тобой хватит, в принципе. И давай броник купим. Питательная. Спасибо. Shit. Wise choice, sir. Wise choice. Да, да, все, спасибо. От души. Закупились тобой хотя бы тем, что нужно, блядь. А то закончилось. О, вот она звонит, смотри. Привет, брат, я нашел халтурку. Цезарь, что почем? Я за кисизоту за ним учу. Гонки, дружище, на машинах. Не шикарные очки, а быстрый парень, быстрые. Ты о чем? Уличные гонщики из Сан-Фиеро. Они тут собираются и жгут асфальт, вдали от конфиг вертолетов. Хочешь немного подзаработать? А вам римский срать в лицо? Осуждаем больше. Это вот личное дело. Позвони тачку по резве и взлетим с кэмеру к югу, что там. Пока чё. Вот, сейчас гонка будет, и потом мы едем на другую локацию. Поэтому да, ребят. Сейчас, как я помню, вот видите, вот, блядь, читаемо, нахуй, читаемо, блядь. Сейчас мы проходим здесь гоночку, собственно, и вот сюда мы с вами возвращаемся. Ой, возвращаемся, идем с вами вот на эту локацию, все-таки вот на эту локацию. И там также 5-7 миссий, и все, потом финал, вроде как. Или там 2-3 миссии еще в этом, блядь, в Grove Street, и все, и финал. Поехали, чё. Бля, только она, конечно, не управляемая, нихуя, ну ладно, похуй. Не так далеко ехать, самое интересное. Ну, сейчас гоночки, сейчас все отсосут, проверяю, блядь.
Да, да, сейчас будут гоночки. Бу-зи-му. Чё, куда он провалился? Чёрт, куда он провалился? Ты чё, я тебя ждал целую вечность. Ты где шлялся? Прости, брат, я не знал, что когда гонка. Ну, конечно, ты совершенно случайно нарисовался. Все, через пять минут после остальных, да? Когда бензин пылающий, страсти течет по твоим жилам, ты чувствуешь, как должна начаться гонка. Думаю, у тебя свежий воздух выше, малость поехал, чувак. Я вот сижу, смотри. Ты еще не был на наших встречах? Откуда ты, друг? Я из семьи с Гроу-стрит, что в Лос-Антосе. Знаешь, расслабься, мы же не на параде, приятель, но нам все равно нужно быть осторожными. Вузиму, но друзья зовут меня Вузи. Как поживаешь? Че? Си-Джей? Карл Джонсон? Слушай, наша гонка проигравшая дает бабки или тачку, как сам захочет. Заводи мотор, мы сейчас начнем, удачи, Карл Джонсон. Давай, нахуй, сейчас ты тетя вы. Смотри, что-то не так, осторожно, Сиджей. Конечно, чувак. А, тут такие слабенькие машинки, ну ладно. Ребят, ну вы знаете, что я сделаю, да? Вы уже посасываете бибу. Ну уже, видишь, посасывают бибу, они уже сразу отсали в начале, блядь. Легко будет, легко. Я просто не помню, какие там были машины. Думал, там вот такие вот машины примерно, да, как у меня. Вот, а там, видишь, прям такие, прям самые простенькие. Ну ладно. Бля, можно было бы здесь еще на мотике, ну, эту... Можно было бы здесь на мотиках вообще устраивать, да, гонки? Ну, типа, участвовать в гонках на мотике, прикинь, приехать сюда, надо на квадроцикле сюда, ебанешься вообще, блядь. Ну, лучше вот на этой машине, ну, нахуй, блядь. Наимощная, все. Как ее там, Каталина, да, вот это ее машина, если что, она нам одолжила. Блядь, бля-бля-бля-бля-бля, денег. А их нету. Ну, бля, они уже, видишь, смотри, уже посасывают. Уже посасывают хуйца. Блядь, а я чуть-чуть отвлекся не туда. Бля, что это качается, ёбаный в рот, можно сказать мне это или нет? Бля, ну её, конечно, заносит прям пиздец. Блять, ну ёбаный в рот! Ну тогда я не туда повернул, ну ладно. А вон едут, нихуя, чё вы так быстро-то приехали, ёбаный в рот, ну ладно. Так, надо без ошибок, ребят, надо без ошибок. Ошибаться здесь нельзя. Тебе его нужно посасывать в любом случае. Это типа препятствие для нас, да. Знаете, легко, налегчайшая, блядь, гонка в мире. Ну так, чисто эмоции, знаете, выпустил, так, почему бы нет. А где финиш-то, ебаный в рот, блядь? Чё, мы будем так просто кругаля давать или что, нахуй? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Не, не сзади, хорошо. Уже хорошо. Не, я даже не догоняю. Чё ты мне бикаешь, ёбаный в рот, блядь? Бикает, блядь, сигналит мне нахуй своим велосипедом. Ну ладно, спасибо за поддержку, хули. Извини за агрессию, блядь, извини, просто. Просто немного нервничаю, блядь. На самом деле нет, потому что я знаю, что это вроде... Сейчас знаю, что она легкая довольно-таки. Но она, кстати, в оригинале была посложнее, грубо говоря, да. Я там сразу с третьего проходил, когда сам проходил. И классику, да, перепроходил, когда. Вот. Было сложновато. Тут наилегчайшая, блядь, сюда, нахуй, сюда, блядь. Самая легкая гонка, блядь, в мире, нахуй, я вам говорю, блядь. Вот и все, блядь. О, о чем пиздит? Он на этой машине бы поехал. Че, блядь, за хуйня? Ну ладно, блядь. О, да. Я личный водитель, Карл Джонсон. И мне не жалко проиграть парню, который готов идти до конца. Я, в свою очередь, что условия пари. Когда тебе в спину даже полиция, приходится быстро учиться.
Слушай, нам надо исчезнуть отсюда ко всем частям как можно быстрее. Местным копам почему-то не нравится наш благородный спорт. Точно, спасибо за совет. Ладно, мне пора. Знаешь что, если окажешься в Сан-Фьерро, позвони мне. Вот, я же говорил. Возможно, мы сможем провернуть пару дел вместе. Да, не вопрос. Кажется, это по нашей душе. Приятно было познакомиться. Я же говорил, мы сейчас поедем на другую локацию, на другую, в другой город, конечно, поедем. Вроде как. А, вот СВ. Что, блядь? Что это нахуй? Прощай, любимая. А, вот, еще одна. Это кто, блядь, из года третий чел? Очень похож на челика из года третий. Ну ладно. Проклятие, ну что еще? Свинья, ну что, что опять не так сделал? Так вот, где ты был. Так вот, когда плачешь мне за мою нежность. Машине тебе, значит, больше живой женщин нравится. Слушай, Каталина, ты же сама сказала, просто бизнес. Да что ж ты за мужик такой? Когда я говорю просто бизнес, это значит, что я тебя люблю. Когда я говорю, что ты мне больше не нужен, это значит, что я хочу тебя видеть. И когда я говорю, что соскучилась... Стой, Каталина, стой, оставь мою машину в покое. Я делал это ради нас, ради тебя и меня. Поздно, я тебя больше не люблю. Я люблю другого, ясно? Да, типа из GTA 3, смотри, тоже молчит, блядь, стоит. Так, какого хрена это все? Я не могу держать страсть в себе, им нужен выход. Реально, чел из GTA 3 очень похож, но в оригинале очень был похож. Тут так. Все, что дали человек с картой, пока он спит. Вот, Кал, это мой новый парень. Ревнуешь? Будем драться за меня? Нет, я могу бежать в твой отказ. Ты не только ревнуешь, но и трус. А теперь погоняем. Наверное, типа с GTA 3 просто чего, блядь. Ну ладно, блядь. Такая отсылочка, может, не отсылочка. Но вот в оригинале был прям очень похож на челик из GTA 3. Ой, блядь, тут такие машины, блядь, сейчас. Ну вот тут посложнее будет, ладно, не спорю. Идешь нахуй. Иди ты нахуй. Смотри. Налегчайшая, блядь. Блядь, куда вы лезете, ебаный в рот, блядь? Куда вы лезете, блядь? Пока не будут кругля давать, а оп, оп, вот так сделал, все, блядь. Пока не на кругля будут давать. Еще одна гонка, я все не помню, чтобы еще одна была гонка, ну ладно. Видишь, теперь тут такие, ну, машины мощные довольно-таки. Ну, они быстрые все. Так, чуть не пропустил. Я помню, когда проходил. Ну, когда вообще, в принципе, проходил сам Сан-Андреас оригинально, я пропускал этот поворот. Вопрос, блядь, что хотел сказать вопрос. Какого нахуй вопрос, блядь, его номер? Поворот это пропускал, кстати. Много раз причем, реально. А куда нам, блядь? А вот сюда. Ну ладно. Так, ну это тоже легкая гоночка довольно-таки будет, наверное. Не будем каркать, да, не будем пиздеть сейчас, то что, блядь, может много поменяться сейчас вообще в моменте. Быстро и много может поменяться. Тихо. Я контролю все, ебать, я все контролю. Блин, ну они были сложнее в оригинале. Я, блядь, 100% помню, что они были сложнее намного в оригинале. То есть в классике они были намного сложнее, чем тут. Вроде как я знаю, они там вроде упростили, да, некоторые миссии. Когда делали Definitive Edition, они упростили многие миссии, типа, чтобы полегче было проходить их. Ну, такое, хуй знает, такое. Охуенно. Я думал, это... Ну, ладно, блядь. Ну, ладно. Только вы сами заметили этот... Игроляп. Не киноляп, а игроляп. У нас была серая машина со спойлером, да, а тут... Черная, грубо говоря. Да, ну, черная, можно сказать так. И без спойлера. Добрый вечер. А где они, блядь? Они все, блядь, все. Они такие, ну и нахуй, уехали домой, блядь, по домам. Я сам с собой решили гонять, или что, блядь? Ну, видимо, да, блядь. Челики такие, блядь, он уехал уже давно, блядь. Да, погнали по домам, хули. Погнали по домам, в пизду его, блядь. Пусть сам с тобой гоняется. Ну, все, блядь, и все. Их даже сзади нету. Они даже не заспавнили сзади, смотрю.
Ну ладно. Не заспавнились, прикинь, сзади. Интересно. Интересно. Ну, в классике они были, да, конечно, по драйвове, и было намного напряжнее их проходить, эти гонки, чем тут. Тут просто на кайфах. На челе едешь, просто кайфуешь, и все. Ну, к чеше, блядь, сюда, нахуй, домой, блядь. Легко было, легко, очень легко. Но это самые легкие гонки в мире, говорю тебе. Радио X, блядь, что нахуй. Ну ладно. Так, что тут? Эй, у тебя было нечестное преимущество. Водить лучше других — это нечестное преимущество. Возомнился умником, а на самом деле это ты ни хрена не понимаешь. Он не только гонялся тут с тобой, он еще удивлял меня и как удовлетворял. И что ты на это скажешь? Типа, у меня рука свободна была скорость переключать. И честно, мне похрен. Ну, так что, бабло или машина? Вот. Прощай, мистер Джонсон, я не буду шарить по вам. Эй, сучка, подожди-ка, что за хрень? Документ на гараж Сан-Фьеро. Моему любовнику нужна его тачка, так что мы могли поехать в Либерти-Сити. Либерти-Сити? Да, по-моему, хорошо тебе провести... Да, похрен, хорошо тебе провести время. Ну, похож, да? Да уж, непременно. Ну, ладно, окей. Иди уже, сказать не буду. Прощай! Пока-пока. Бля, реально он похож, да, из GTA 3, смотри, чел из GTA 3. Ну, он тут изменен, но в оригинале я помню, что я прям такой, ебать, чел из GTA 3, что, блядь? Кого, блядь? Реально очень модельку сделал. Может, это какая-то ссылка, знаете, может, хуй знает. И чё, куда нам, блядь, теперь нахуй? Все, блядь, ББ нахуй. Может, нам надо выйти? Ну, давай тут остановимся, выйдем с тобой. Может, нам позвонят сейчас, хуй. Так и знал. Что происходит? Карл, слышь, чувак, у меня завелась мальца чувак, и тебе на радость. Но ты будешь сложный, чувак. Люди ведь нас слушают. Не залей мой зеленый деревенка на хамах и забери свое. Эй, мужик, я тебя не знаю, Телефонный хулиган. Хуяна. Ну поехали, чё. Где он? Где он, блядь, находится? Ой, блядь. Давайте, блядь, как я сейчас до него доеду, я включусь, да? А то очень долго ехать. Прям, ну, довольно далеко ехать. Блядь! Нахуяно чё? Пиздато. Ну ладно, бывает. Но гонки реально, здесь очень легкие гонки, ребят. Очень легкие гонки. То есть они прям намного, очень сильно упростили гонки. Потому что я помню в оригинале, может быть, конечно, типа я тогда не так много играл в гонки, но я тогда тоже в них задротил, типа играл очень много в NFC-шки там, да, NFC-шки, блядь, NFS там всякие, да, и тому подобное, всякие гонки тоже играл. И они были в оригинале, они были сложнее намного, чем тут. Может, кажется, хуй его знает. Стой, блядь. Опа, это Вальваш едет? Нет. Стой, блядь. Мужик, ты мне должен тачку, ты в курсе? Извини, пожалуйста, извини. Все, блядь, когда еду, давайте включусь. Так, мы с вами подъехали, машину сменил, потому что, ну, почему бы нет, Вальваш-то? Да. Машину сменил, поэтому так вот. Бля, самое интересное, знаете, к чему я пришел? Я же в итоге сейчас, эту машину, в которой мы ехали, да, которая в воду утопила в итоге машину, это был подарок. Такое. Будь Сан-Фьеро, что-то такое, да, там? Мир, тебе странник, у меня есть все, что тебе нужно. Там, в космобазе. Спасибо, друг. Вот, держи капусту. Кармический круг замыкается, все и по плану. Возвращается к истокам. Блин, чувак, там свой Антон, две, ты хрен. Три. Рамаяна. Что это, мать, его за звук? Слышь, это похоже на вертолет. Сука, наркоконтроль. Ах ты, крыса вшила. Суждаем.
Чувак, навещает на меня. Ты работаешь в темпоне. Что за хрень? Какой за брат? Паника, верно, путь к плохой карме. Чувак, надо спалить эти поля. Надеюсь, Гая простит нас. Поехали. Бадись их, смотри, сколько много. Не знаю, они вроде тут должны, да, как-то сами вот, смотри, да, попробуем. Тут зажгем, посмотрим, туда дальше пойдет или нет. Вот должна пойти. Да-да-да, она идет туда дальше. Все, окей, понял. Бля, бай тут, конечно, я его рот ебал. А нет, смотри, тут не пошло, видишь? Тут не пошло дальше. Assholes, right wing assholes. Oh, I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No, I mean I think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get her fired up. I'll finish burning. А вы видите, как-то идет, но надо прям вот так остановиться, короче, вот так прям остановиться, туда прям фигачить. Все, одна осталась. Поговорить с мистером Правдой, давай. У нас находили душка, нам от нее не троться. Опоздал на 81 год. На 81 год. Думал, погоди-ка, я тут кое-что проверил на черный день. Ядрен батон, куда это у тебя? Нашел кучу тайских палочек. Жаль, конечно, хотел узнать лампу сделать. Что ж ты вертолет делал, блядь? Охуенно. Космобазу смесь. Космобаза, что ты, блядь, такое вообще? Непонятно, блядь, ну ладно. Так, ну что, давай, поехали. Ёбаный руль, что стоишь-то? Максимально здоровье увеличилось, нормально. Началось. Куда нам ехать? Ух, ебать нам ехать. Давайте. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit, I better call Caesar. Звони Цезарю. Hey, Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you and Kendall at that garage I wanted the races. Holla at y'all later. Сан-Фьерро едем, короче, с вами. О, да, сколько там миссий было? 7 все-таки в итоге, да? 7-8 миссий в итоге было здесь. И там то же самое должно быть, по идее. И все, и финал. По идее. Или 2-3 миссии еще в Гроув Стрит, потом финал. Мы с вами уже больше половины прошли. Давайте, ребят, а, может, чуть-чуть осталось доехать, ну ладно. Блин, ну чё? Получается, сейчас эту миссию сейчас проходим с вами, и все. Серия заканчивается, что и так длинная серия, очень длинная серия получилась. Ну то с вами все прошли, да, тут. Почему нет? Почему нет?
Вот он, сам Фиера. Добрый вечер, блядь. Тут тоже не так много миссий должно быть, по идее. Тут вроде тоже так же миссий 8 должно быть вот на этой локации. Потом мы езжаем в Роуд Стрит. Там, скорее всего, тоже 2-3 миссии должно быть, и потом уже финал. Как я помню, по крайней мере. Могу ошибаться, ребят. It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Вот мы с вами уже подъехали, грубо говоря, гаражам этим. Мы на месте. Чувак, кажется, тебе порыли полную дрянь. Ну что, ребят, вот такая серийка была довольно-таки долго, но мы прошли все с Каталиной связанное, да, то есть гонки и все-все-все, все вместе взятых. Всем за просмотр, такая серийка была очень интересно, атмосферно, да, довольно-таки насыщенная, скажу так даже. Вот. Я думаю, здесь также, наверное, 7-8 миссий, вот. Может быть, даже 10. Ну, что-то не так много здесь. 7-8 миссий должно быть вот здесь вот именно, да, на этой локации. Дальше мы возвращаемся в Гроу Стрит. Там расправляемся с Райдом и возвращаемся в Гроу Стрит вроде как. Вот. Так-то так. Поэтому скоро финал, ребят. Скоро финал, как я помню. Вот. Могу ошибаться, но в любом случае. В принципе, спасибо за просмотр. Вот такая серия была. Увидимся в следующих сериях. Давайте.